То есть, используя для животных, животным давали воду. В каком плане? Вот эти собачки, там, А как, экстерьерчики, какие там, вы, как, какие модули использовали для животных? вот этот лотос. Лотос. Да. Смысл какой, что они часто болеют, ну, декоративные эти животные, да, то есть пища любая там может вызвать у них там желудочно-кишечные, там колики, там почки перестают, особенно, ну, когда кормят одним там сухим кормом, там кошки, собаки, вот эти вот, да. И вот когда мы на трех кошках использовали, ну, у нас в отделении живут они, ну, конечно, там, чтобы им что-то давать, какую-то еду, легче купил в магазине, насыпал там сухой там или какой корм. Вот, но сухой корм и вот эти, все-таки что-то там не то. Им заметили, что вот заболели, да, то мы стали воду давать. То есть у кого-то шерсть там начала лезть, там, у кого-то там, допустим, видно, что он в туалет не может сходить, даже помочиться помаленьку. Вот, то налаживалось. После этого мы, конечно, обнуляем на лотосе вся корма, заряжаем их и даем. На Тогда лотосе или на прибавим. гравитоне? На лотосе. На лотосе? Да. Вы используете лотос? Да, вот когда для животных лотос, и это не гравитон, а лотос, Да, и ну даем. получается, как информация здоровья заряжаете. Да, вот. А были такие пациенты, вот интересная была женщина, она, значит, 84 года, коса до пола. И после, ну, процедур, которые ей назначили, значит, она говорит: вы мне какие-то лекарства выписали, доктор, у меня стал волос лезть. Ну, мы ей говорим: такой волос, 84 года, трудно ухаживать, там она там, это. Но был густой, стали лезть, да, это. И попросили принести ее шампунь, но родственников, каким она там моет там. И вот она принесла, когда шампунь, один раз на гравитоне мы зарядили, после первого же мытья она говорит: у меня меньше стало, второй раз это. Потом она при выписке из стационара, значит, она принесла нам чуть ли там не пакет этих шампуней, чтобы мы на гравитоне, значит, сделали эти шампуни там. Вот. И спросила: а можно мыло? Мы говорим: можно. И, значит, она и мыло, там, и крема, которые ей там внучка живет в Англии, присылает там, как для бабушки, это. Я говорю: несите их, мы вам сделаем, и будут они уже чисто для Бонус вас. такой, Да, да? да. Поэтому вот такие вот интересные наблюдения. Но мы стараемся. Не знаю, мой совет, а может быть и нет, что каждый вот это записать, потому что если так открыть, вот, ну, по каждому, там много интересных Ну, у будет, вас уже более 150 пациентов, да, которые получили которые результат. получили эту помощь. И если по дням их даже посмотреть, кто-то 15 дней, кто-то 10, там вот что-то он изменилось в семье, что-то у него там какие-то на работе изменились в лучшую сторону. То есть какую он заказывал там зарплату, мы с ним там прорабатывали, такую он получил. То есть он хотел увольняться с работы один, вот мужчина говорит: а не платят, я не буду. А я платили, допустим, ну да, всем уменьшают зарплату. Я говорю: может быть, остаться, это попробуй вот на гравитоне, вот давай вот это вырази там свою мысль. На стороне обнуления говоришь как хочешь, а когда переворачиваем для зарядки, то добавляем вот, ну, вперед этот прямо сейчас в режиме реального времени. И он это сделал, прибегает, говорит: через 3 дня мне оставили, даже повысили это, должность там какую-то, ну, ему дали, и зарплата еще выше стала. То есть даже он там заказывал 100 тысяч, ему там 130, по-моему, дали. То есть вот такие моменты интересные, не только лечебные, но опять же, еще хочу сказать, кто